Здравствуйте. Внешний долг Азербайджана растет быстрыми темпами. Секретарь Совета нацбезопасности России Николай Патрушев находился с визитом в Баку. В Азербайджане произошли события, в которых режим Алиева обвинил недругов России. В частности, в громком расследовании коррупционного скандала и азербайджанской прачечной были обвинены Джордж Сорос, британская разведка и армянское лобби. Штат Мичиган признал независимость Нагорно-Карабахской, Арцахской, республики. Это полный пердык для азербайджанцев. 4 миллиона человек эмигрировали из Азербайджана, уже геноцид. Сердечно поздравляю всех армян в связи с признанием НКР американским штатом Мичиган.